Ольга и Ирина Котовы, сестры, живущие дружно и счастливо в своей деревне до того момента, пока не появляется Вячеслав, соседский парень, и они влюбляются в Славе обе разом, с первого взгляда. Слава выбирает Ирину, и Ольга идет на отчаянный шаг, обращается к местной ведунье Глафире за любовным приговором. Глафира предупреждает, что зелье «Черная кровь» изменит жизнь всей ее семьи, и короткое женское счастье Ольги обернется проклятием для всего клана, освободить от которого будет практически невозможно. Снимет его только смерть близкого человека. Но любовь Ольги слепа, и приворот действует. Пророчества колдуньи сбываются, один за другим сестры теряют близких людей, а их дети не могут найти счастье в любви. Сколько же испытаний придется на долю большой семьи, пока не избавится от проклятия, и было ли колдовское дело на самом деле? Если все же создатели решат снимать второй сезон сериала «Черная кровь», то дата выхода 17 серии будет не ранее конца 2018 года. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.